Прием заявок на премию «Наше Подмосковье» завершился 24 июня. Сейчас жители голосуют на сайте за лучший, по их мнению, проект. А мы, в свою очередь, продолжаем рассказывать о наиболее интересных из них. «Растим патриотов России» – это проект о системе патриотического воспитания молодежи, который разработали красковские педагоги школы номер 56. Наша исследовательская поездка началась в Александровском саду, то есть от стен Кремля, где мы возложили цветы к могиле неизвестного солдата и полководцам Великой Отечественной войны. Эти старшеклассники рассказывают об увлекательной поездке по местам славы, связанным с битвой под Москвой. Вместе с педагогами за несколько дней они побывали в музее Шолохова, на Перемиловских высотах и даже на Бородинском поле. Нас особо поразило Бородинское поле, потому что это культово значимо для русского народа, начиная с 1812 года. И битва в 1941 году проходила по рубежам 1812 года. Исследования, открытые уроки, военная подготовка. За несколько лет в школе сложилась целая система практик по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Поэтому педагоги и решили рассказать о своем опыте и принять участие в премии «Наше Подмосковье». У нас работает много кружков, начиная от «Наш музей», «Ротоборцы». У нас сюда же входит научное общество «Совенок», которое занимается проектной деятельностью. Я бы хотела рассказать про великого контр-адмирала, про героя Советского Союза, который участвовал в Великой Отечественной войне и который был несправедливо забыт нашим молодым поколением, про моего земляка Антонова Неона Васильевича. А это музей, который дети создали сами. Их главный герой, их земляк, участник Великой Отечественной войны, моряк, контр-адмирал Неон Антонов. Они собирают материал, бережно хранят экспонаты и с увлечением рассказывают о его судьбе и о великом подвиге советского народа. Чувствуется, что какой-то есть такой русский дух и мужество. Эти люди думали о нас, о будущем. Почему мы должны о них забывать? Недавно работы школьников даже попали в книгу. Ребята провели генеалогические исследования и нашли героев среди своих родственников, еще раз доказав, что в России нет семей, которых не коснулась бы война. Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.